Минск присоединился к международной акции памяти во славу общей победы, приуроченной к дате, которую отметим в следующем году, 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Землю с братских могил столичного Первомайского района сегодня заложили специальные кисеты. Всего их 12. Это места, где навечно нашли покой тысячи солдат. Имена большинства из них до сих пор неизвестны, но память о них будет жить вечно. Кисеты с землей доставили в Государственный музей военной истории Беларуси. А уже весной следующего года часть из них отправится в капсулу, в которой земля собрана со всех братских могил Минска. Самое здесь главное, что мы не только забрали землю и показали вот этой акции свое единство, но в очередной раз уточнили имена павших. Где-то появились новые имена благодаря работе Фонда мира. Мы их тоже нанесли на монументы, провели ремонт. Я как фронтовой разведчик не думал тогда ни о какой смерти. Я думал об одной – быстрее освободить родину свою. Честью и достоинством добыли эту победу и передали ей в надежные руки. Акция проходит по всей Беларуси, а 9 мая, в день 75-летия Победы, капсулы с землей со всех мемориальных мест памяти Великой Отечественной войны будут помещены в крипту храма памятника в честь всех святых.